Добрый день, подписчики. Хочу вам представить рестайлинг котла Кобра 20 кВт с горелкой 25 кВт. Эта модель у нас будет 2021 года. Тут что мы изменили? Сделали бункер немножко другой формы, с такими гранями. Ну, это влияет только на внешний вид. Двери изменили. Вот такой формы с обшивкой. Ну и с новой автоматикой. И репит. В принципе, других изменений тут уже нет. Можете внимательно посмотреть. Вот так он выглядит.